Выступление главы города Вячеслава Сверчкова перед клубом «Ветеран» – мероприятие ежегодное и уже традиционное. О том, что сделано за год, отчитался сам мэр и депутаты городской думы. Благоустройство города, социальная поддержка населения. В общих чертах народные избранники коснулись самых разных тем. Однако наибольший интерес у ветеранов вызвала сфера ЖКХ. Вопросы, конечно, задавали в основном, которые касаются вопросов ЖКХ. Это касаемо вопросов взаимодействия с управляющими компаниями, конечно, по ОДН. И поэтому сегодня то, что касаемо наших полномочий, мы сегодня пытаемся решить эти вопросы. Мы формируем инициативу сегодня на федеральный уровень.